Здравствуйте, в эфире программа «7 пятницы». Как всегда, с вами я, Анастасия Лихачева, и как обычно, будет интересно. Майские праздники – лучшее время, чтобы заняться собой, отдохнуть, подготовиться к пляжному сезону. И сделаем мы это вместе с очаровательной девушкой Сабиной. Остался последний рывочек перед летом, поэтому сегодня мы поговорим о том, как подготовить кожу к пляжному сезону, сделаем самый яркий и нарядный летний маникюр и расскажем о легком фитнесе. Пойдемте. Привет, красотки. Привет. Так, смотрю, вы заканчиваете маникюр уже, я как раз вовремя. Сашенька, расскажи, пожалуйста, какие самые модные, яркие, актуальные тенденции на наступающее лето? Ну, естественно, маникюр снова в моде, он уже не сдает своих позиций уже несколько сезонов. Цветовые решения, соответственно, это нейтральные цвета, это бежевый, это персиковые цвета, это, вот, даже прозрачные. То, что мы с тобой видим, да? Вот да, это? Да, да. Нежно-розовые цвета. Также в моде будет френч. Длина ногтей примерно 2-3 мм, то есть достаточно короткие, средние такие как бы ногти, миндалевидной или овальной формы. Саш, но с другой стороны, я смотрю на наши очаровательные Сабиночки, маникюр-то как раз далеко не телесный, а яркий, нарядный. То есть это какая-то другая тенденция? Их несколько? Ну да, хоть естественный маникюр в моде, но нельзя забывать о ярких цветах, таких как алый, желтый. Синий достаточно модный, фиолетовые цвета, коралловые. Также в моде маникюры амбре и корный маникюр. Девочки, но вернусь все-таки, наверное, вот к вашему маникюру, роскошному, яркому, действительно летнему. Расскажи поподробнее, что у нас здесь вообще происходит и что с чем сочетается. Ну, здесь у нас представлен такой креативный маникюр, где тут использован микс цветов. Тот же маникюр амбре немножечко, стразы, рисунки, как бы все, что актуально в этом сезоне, здесь в этом маникюре есть. Саш, ну для себя я выделила, соответственно, три тенденции. Это телесный маникюр, какой-то яркий и вот креативный, вообще необыкновенно интересный. Да. Три момента. И попрошу тебя дать какой-то, наверное, общий совет нашим молодым модницам, девчонкам красивым. Вообще, что посоветуешь в маникюре, я не знаю, в уходе за собой, за руками? Ну, я посоветую, во-первых, как бы нужно обязательно ухаживать за своими руками, за кожей рук, ведь это второе лицо человека, оно выдает наш возраст. Не забывать про спа-процедуры, которые сейчас так важны к лету, к загару, когда мы готовимся к морю, к отдыху. Также нужно использовать парафинотерапию, это глубокое увлажнение питания кожи рук. Ну и, соответственно, нужно наносить масло специальное на кутикулу, на ногти, что приводит наши руки в более благородный вид. Вот. Ну и также не забывать про креативный маникюр, не бояться себя проявить. Сашенька, спасибо тебе большое за ценные советы, за интересный рассказ. Друзья, мы с вами не прощаемся, идем готовить кожу к пляжному сезону. Поехали! Олеся, ты как человек, знающий о моде, о красоте, об уходе за собой абсолютно все. Хочу у тебя поинтересоваться, как нам подготовиться к пляжному сезону, как подготовить кожу. Настя, сейчас самая замечательная пора, все в предвкушении летних отпусков. И для того, чтобы не получить солнечного ожога вместо красивого загара, необходимо обязательно подготовить кожу. Первое, что мы должны сделать, это тщательно очистить ее. Для этого используем пилинг. Либо идем в салон красоты, либо делаем это самостоятельно дома. И, конечно же, второй этап – это подготовить кожу с помощью загара в солярии. Слушай, ну, наверное, все-таки это вредно. Миллион рассуждений на эту тему. Вот что ты скажешь нам? Да, и я могу сказать, что многие об этом говорят. Но доказано и обратное. Витамин D, который нам жизненно необходим, мы можем получить только при загаре салонном, так как в организме он вырабатывается только при воздействии ультрафиолетовых лучей. А у нас, извините, очень часто пониженная солнечная активность. Также время загара, оно ограничено в солярии, и квалифицированный персонал в хорошем салоне не даст вам сгореть.
хорошее настроение, комплименты окружающих тоже вы можете получить после посещения солярия. Также советуют при различных болезнях, это ревматизм, мышечные боли, и даже у того, у кого депрессия, все-таки использовать солярий как в виде профилактики. Олесь, много споров ведется по поводу использовать или не использовать крема для загара в солярии. Вот твое мнение какое, потому что я уже запуталась, честно говоря. С удовольствием тебе расскажу, потому что многие скептически относятся все-таки к косметике для загара. И я скажу так, кожу нужно подготовить, ее нужно максимально увлажнить, потому что сухая кожа, она отражает ультрафиолетовые лучи, а увлажненная, наоборот, притягивает. Также в лосьонах содержатся натуральные масла, экстракты, которые питают нашу кожу. А это сохранение и продление нашей молодости. Согласись, мы все всегда хотим выглядеть очень красиво. Также он корректирует цвет загара, он придает шоколадный оттенок. И самое главное, продлевает время загара. То есть загар остается на коже более продолжительное время. Как я и обещала, еще мы сегодня займемся легким фитнесом. Тягать гантели и штанги не будем, а отправимся на урок танцев. Только у меня закрались сомнения, а легко ли это? Ну, в общем-то, сейчас все и узнаем. Познакомимся с Аллой Зиминой, хореографом, которая нам все и расскажет. Вижу, что вы с пользой для фигуры проводите майские праздники. Алла, расскажи, пожалуйста, как называется занятие, на котором мы сейчас присутствуем, и вообще, кому оно подойдет, кто может на него прийти заниматься? Данное направление называется полиденс, на него могут ходить все, без исключения. То есть и женщины, и девушки, и бабушки, и даже дети имеют определенное направление в фитнесе. То есть возрастных ограничений у нас абсолютно нету, абсолютно. Пожелания. Угу. Насколько это легко или сложно, и какой должен быть уровень физической подготовки? Подготовка совершенно не нужна. То есть именно здесь мы научим вас всему. Главное – желание. То есть будет желание, остальное мы все сделаем. Я помогу, научу, и каждый день вы будете чувствовать, как ваши движения более красивые, более интересные. Через месяц, через два вы уже сможете станцевать определенный танец, выступить, где-то показать себя. Очень важно определиться, на занятиях поле дэнс вы хотите заниматься больше акробатикой и упражнениями для укрепления мышц или наоборот сделать акцент на более женственную хореографию. Тогда хореограф подберет вам оптимальные комбинации, которые вы с легкостью и удовольствием выучите и отработаете. Майские праздники проходят просто замечательно. Я сегодня отлично загорела, сделала модный креативный маникюр, научилась танцевать. В общем, к летнему сезону я полностью готова. Друзья, вот такая яркая весенняя программа у нас получилась. Но, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Мне остается пожелать вам хорошего настроения и удачи. Увидимся совсем скоро. Пока!